После тяжелого рабочего дня так не хочется тратить время на снятие макияжа, но с мицеллярной водой даже самый стойкий макияж можно убрать всего за минуту. Удобно, что ее можно использовать даже для чувствительной кожи вокруг глаз и губ, и не нужно подбирать для них специальные средства. Кстати, мицеллярная вода не только отлично удаляет остатки макияжа, но и ухаживает за кожей. Моя кожа склонна к сухости, поэтому мне нравится использовать цветочную мицеллярную воду «Чистая линия». Ее формула с экстрактами розы и ромашки помогает мне справиться с шелушениями и ощущением стянутости. Готово?